На сайте Meta у меня состоялся диалог с искусственным интеллектом. Я задала вопрос, какой тег на сей момент может увеличить посещаемость моего YouTube-канала максимально. На этот вопрос я получила ответ от искусственного интеллекта. На данный момент теги, которые могут увеличить посещаемость, зависят от актуальных трендов и интересов аудитории. Однако некоторые теги являются вечно зелеными и могут привлечь внимание широкой аудитории. Вот несколько примеров тегов, которые могут увеличить посещаемость. Это мне отвечает искусственный интеллект и перечисляет 5 тегов: еда, рецепты, здоровое питание, веганство, кулинария. Рестораны, стритфуд и фудблог. Помните, что важно использовать теги, говорит искусственный интеллект, которые соответствуют содержанию вашего контента, и не злоупотреблять их количеством. 2-5 релевантных тегов достаточно для начала. Ну, я благодарна за этот ответ. Спасибо большое. Это очень полезная информация.